Так, Леонид уже сломал себе гитару, сейчас будет ее чинить. Мы очень рады, что мы доехали до вас сюда. Это было недалеко, но мы долго очень собирались и даже не думали, что придет столько людей, потому что мы знаем, что сейчас и праздники, и все прочее. Мы очень рады вас видеть. Спасибо, ребят. Да, и вообще этот клуб мне очень нравится. Он по антуражу напоминает чем-то хард-рок-кафе в разных городах. Они примерно одинаковые. Да, вот небольшая сцена, вокруг люди сидят. Главное, что все люди приходят для того, чтобы послушать какой-то тяжелый рок там, или средний, там, средней тяжести рок. Ну, в общем, какой-то рок-н-ролл. Вот. И вообще, мне кажется, что это такое место, которое может вполне такой же статус приобрести. Тем более, что от нас всякие хард-рок-кафе, наверное, все уедут теперь. Так что 12 атмосфер переименуются в 24 или в 36, и, допустим, станут уже сетевой. Починил? Правильно, проще поменять. Да, на всякий случай, для тех, кто пришел и не понимает, зачем он пришел сюда, да, там пришли с улицы на шум, например. Да, группа «Харизма» здесь для вас. Следующая песня? Да, следующая песня! Thank you.
Мы сейчас играем такие старые песни, несмотря на то, что новые у нас сегодня тоже будут. Так. Вижу свет. Иду на свет. Иду на. Я уверен, что я вижу в этом зале много свет. Да. Извините, дурацкая шутка. Если кого-то обидел. Thank you.
Спасибо, друзья! Продолжаем вспоминать старые песенки. О главном. Песня называется на три буквы. С точками. Не то, что вы спокойно. И не она. Это не я про любовь. Песня военно-морская, я бы так сказал. Военно-пиратская. Хас! Оу! О! Молчать знаете! We'll be right back.
слушали друг друга и всех. Спаси душу ближнего своего, и зачтется тебе. Сейчас, погодите. У нас сейчас как раз медленная песня. Надо сделать это переключение, передать в голове. Песня называется «Сохрани». Будем танец.
Гаснет словно воск, и же круто тепло костра. Завтра смерть открывает счет до неба. Обычно представление участников группы. Ты не забыл сказать, кто написал такой замечательный текст. А, да. Мы обычно это говорим. Наш друг Павел Алиев, который сейчас здесь отсутствует, к сожалению, не смог приехать, но да, это наш очень хороший друг, который помогает нам в написании песен и несколько хороших текстов, которые мы недавно, вот, собственно, песни, которые мы недавно записали, в том числе это. Это его авторство. Так, а следующий у нас... Что там? Ага. Следующая снова бодрая песня. Про войну. Нет. Это на самом деле историческая, она древняя. Она не про нас совершенно, это к нам не относится никак. Вот. Я просто так сказал, на самом деле. Андрюх, у нас все песни к нам относятся. Особенно последнее время. Подожди, нет. Давай, значит, искусство вне политики, вот это все. Thank you.
Спасибо. Вы не стесняйтесь, если что, орать вместе с нами, вместе со мной. Я, несмотря на то, что в затычках, я почувствую это. Вот, а уж ребята точно будут себя лучше чувствовать. Да и вы все вместе тоже. Проораться иногда очень полезно. Как человек, переболевший ковидом, могу сказать, что очень здорово помогает пение, вокальные упражнения, распевки и все прочее. Если не орать и молчать, держать в себе, можно лопнуть. Забрызгать окружающих все равно. Так. Наступило время предъявить вам нашу уже относительно, но новую песню. Она у нас тут записана как викинги, но на самом деле варяги. Вот, чтобы не было путаницы. Поэтому поехали, поплыли. Опять же, поем вместе. Поем вместе. Yeah, I'm sorry.
вами вместе приплыли, преодолели эту песню. Отлично, орали бы круто. Я надеюсь, что это теперь станет одной из наших программных песен, как и многие другие. Что? А! Так, у нас тут идет подготовка к следующей песне. Вы, каждый из вас в отдельности, да, вы хорошо помните первый раз, когда вы пришли на рок-концерт? Ну, помните, или это все как в тумане? Мой лично первый рок-концерт был в Тушино, как-то вот, и мне повезло. Ну, давай теперь все будем вспоминать. Да, и вот сейчас вот как раз эта песня. Помню вместе. Про это самое. И называется она «Делай рок!»
с вами отлично можно делать рок. Еще не раз сделаем, я надеюсь. Так. Вы еще живы не устали, как вам? Ну все, пятница, да. А сегодня пятница, да? О, Господи, да, точно же. А? Да, да. Нет, ну, в принципе, пятницу уставать надо, чтобы потом отдыхать все остальное время. Ты спроси, бледным все переболели? Ну, стесняюсь. Это позже. Можно позже, обязательно. Ну да, масочный режим отменили, в связи с санкциями вирус забрал свои штаммы из России и уехал куда-то, но тем не менее. Песня как раз вот на эту тему. Бледный бог! Бледный Рома. We'll be right back.
мы его все-таки выгоним отсюда. Выгоним на отсюда этот. Так, сейчас немножечко отдохнем, погрустим. Старая красивая медленная песня. Итак, тихо все уползли. Какой перекур? Куда ты? Нет! Да, если никто не в курсе, вон там на вахте наши диски продаются последние. Да, кстати говоря, вот там под... Можете еще успеть. Под рисунком вентиля стоит наш друг Сергей, который как раз руководит процессом. Машет рукой, если кто еще не смотрел. Так, ну, следующая песенка. Самая та самая. У тебя что-то сломалось? Нет, слава богу. А, у тебя сломалось. Я все думаю, что же должно сломаться-то сегодня? Барабан сломался пополам. Ну ничего, да. В смысле? Окей, мы в акустике сыграем. Поехали. Ладно. Узнание! Узнай меня!
Спасибо, друзья! Очень здорово! Он живой еще. Живой. Да, несмотря на то, что, может быть, кажется не так, но я еще пошевелюсь. Будешь живее, если налью. Это, не провоцирую. Так, ну и у нас, собственно говоря, как это, 20-минутка наших главных песен группы «Харизма». Да? Да. Спасибо. Хоботов я оценил. Песня называется «Стой, пока живой». Стой, покажи бой, это не твой. Стой, покажи бой.
Спасибо! Прозвучала песня «Стой, пока я живой!» А теперь песня противоположного смысла о том, как надо очень быстро бегать, если что-то надоело. Escape! И все дела. Ну, это про компьютеры, правда, больше. Сидит такой человек, играет в игры, там, о, господи, кровь меняет цвет, что происходит, ты елки зеленые. Escape, нахрен бежать отсюда! Кому есть куда? Рома, ты нашел песню? Ну что, бегнец? Ну что, плохо играет под плюс, поэтому приходится играть вживую с одним все. А что по барабану? Thank you.
Ира! Так. Андрей, я понял, какую песню надо играть 10 раз на концерте. Ты понял? Чтобы что? Своим народу нравится. Точно. А как же там наши хиты? Еще есть парочка встала. Нам надо, да, это на самом деле очень серьезное изменение с этой листа, нам надо будет репетировать. К другому разу. В следующий раз, когда приедем к вам, будем играть за одну песню. Не, у нас на самом деле как, вот, как роботы уже все, вышли, работаем, да, у нас программа, алгоритм. Если мы сейчас что-нибудь поменяем, все пойдет наперекосяк. А может и вообще весь мир, нельзя. А может оно и лучше будет? Ну не знаю, тут я думаю разные мнения есть. Если мир рухнет, будет, наверное, некоторым все-таки не очень. Это не из-за вас. Ну что, охотник. Охотник. Пока не поздно, пока она сойдет.
круто. Все-таки, да. Старые песни о главном. Ну что, а теперь самая главная песня. И самая старая. Да? Главная или старая? Да. Она и главная, и старая, и вечная. И все. Старая и добрая. Жужжите дальше. Брат мой! Thank you.
Василия Курбатова, который здесь. Спасибо! У меня внутреннее ощущение, что прям хорошо-хорошо было. Как вам понравилось? Да! Во! Во! Спасибо! Что, опять берите? Что пойдем?